Сегодня утром ведущие российские фондовые индексы находятся в зеленой зоне. Цены на нефть растут на фоне заявления ОПЕК о готовности предпринять меры для поддержания нефтяных котировок. Тем не менее, рубль ослабевает по отношению к доллару и евро. И сегодня мы предполагаем, что пара доллар-рубль может подняться до отметки 78,5, а пара евро-рубль до отметки 87,5. В Соединенных Штатах празднуют День президента, поэтому торги проводиться не будут. В Канаде день семьи, поэтому аналогично также торги проводиться не будут.